как я сама проработала прокурором, курировала вот эту сферу надзора, то есть со следствиями и дознанием. Во время этих, допустим, чрезвычайного положения нельзя убивать. Порядок применения вооруженными силами вот этих оружий, боевой техники и спецсредств, они не могут быть изменены. Даже они, вот эти работники силовых структур, они не могут даже во время чрезвычайного положения в стране превышать вот эти, нарушать эти порядки, установленный порядок применения силовых спецтехники, оружия. Они не могут, они даже не могут сказать, я застрелил, потому что он нарушил правила чрезвычайного положения. Они даже так не могут сказать, потому что прямо закон есть о чрезвычайном положении. Там написано условия и пределы применения физической силы, спецсредств, собак, оружия, использования боевой техники сотрудниками и военнослужащими органов, обеспечивающих режим чрезвычайного положения, установленный законодательством Казахстана, изменению в условиях чрезвычайного положения не подлежат. То есть в мирное время какие правила установлены для применения спецсредств, они должны быть таким же образом соблюдены и во время чрезвычайного положения. Только они могут применить оружие, вот сотрудники спецорганов, только в том случае, если реально действия этих граждан угрожает опасность для жизни других граждан и вообще. Вот только если они представляют опасность, вот только в таких случаях они могут применить оружие.